Рука сразу нога. Давай. Нельзя разбавлять движением вперед. Рука-нога, вот. Воспитанники спортивной школы «Горки-10» все чаще становятся лидерами на соревнованиях и турнирах. Максим Чугунов занял первое место Кубка Московской областной федерации карате в Солнечногорске. За 6 лет у юного спортсмена немало достижений. Очень много соревнований было. С 15 января, когда мы вышли после ковида, начали тренировку, мы прошли 8 соревнований. То есть это на самом деле, ну такого, наверное, в истории еще не было, ну, в нашей истории. 2 часа в день Максим уделяет тренировкам. По 100 отжиманий и приседаний для тонуса мышц. Отработка приемов, ну и, конечно, дисциплина на первом месте. Самое важное – изучить соперника, правильно и точно нанести удар, говорит каратист. Я очень люблю подсекать. Как бы это такое движение ногой, задней ногой, когда ты противник стоит в стойке, ты его задней ногой, вот этой, допустим, если ты вот так стоишь, и под правую ногу вот так вот заходишь ногой и подсекаешь просто. И вот так вот я почти каждый раз пользуюсь. Он падает, я его добиваю просто. В свои 12 лет жизненные приоритеты юный каратист уже расставил. У мальчика много энергии, которую удалось преобразовать и направить в спортивное русло, рассказывает тренер. Карате помогает преодолевать трудности и ставить перед собой цели, уверен Максим. Я думаю, что должна быть целеустремленность, сила, уверенность в себе, чтобы человек как бы был морально готов. Одно Максим знает точно – постигать восточное искусство будет и дальше. В будущем хочет стать мастером спорта. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».